первая моя рыба. Я, правда, не ожидала, что так резко будет. Сегодня 1 июня, День защиты детей. Мы решили провести для ребятишек такой праздник рыболовный, детский рыболовный фестиваль. Вот это наши еще первые шаги. Мы в прошлом году первый раз попытались и провели аналогичное мероприятие. Она проходила в Усть-Кубинском районе, там немножко условия были другие. Дети ловили рыбу в пруду. Вот. А в этом году мы решили вывести на природу, на естественный водоем. Это берег реки Малога, прекрасная река, рыбы водится в ней много. Поэтому вот хотим показать подрастающему поколению, что такое рыбалка, что можно очень здорово, с пользой проводить время, ловя рыбу. Вот, либо самостоятельно, либо с семьей. Ну, ты-то зачем приехал? Чтобы победить в конкурсе. Так. Не меньше? Нет. Какое место займешь? Первое. Сколько наловишь? 8 килограммов. Какой рыбы? Всякой. Например? Которая в речке. Плотва, окунь, уклейка. Что ты с ней делать будешь? Отпущу. Сначала взвесь, получу место. 27 ребятишек приехало из 4 районов Вологодской области. Вот мы рассылали информацию во все муниципальные районы области. Позволили себе возможность осуществить доставку ребятишек в 4 района. Поплавочная удочка, самая элементарная. Насаживать помогаем. Если кто, наживка, червь обыкновенный, дождевой. У нас несколько номинаций. Традиционно первое, второе, третье место. Призы будут. Кто больше всех наловит по весу рыбы. Будет специальный приз, кубок за самую первую пойманную рыбу. Мы сюда приехали, чтобы половить рыбу. А раньше ловили когда-то рыбу? Да. Бабушки, дачи. Как успехи? Нормально. Сколько хотите наловить? Ну, хотя бы 5. А какую именно рыбку хочется? Карась. Победить хотите здесь? Да. Я приехала, чтобы наловить как можно больше рыбы. А зачем она тебе? Чтобы победить. А зачем победить? Ну, чтобы приз получить. А какой приз? Берешь удочку, насаживаешь червяка и бросаешь. И ждешь, пока будет клевать. Да. А потом, когда будет рыба тянуть поплавок вниз, то надо дернуть и вытаскивать ее. Потом отцепить крючок и положить в ведро с водой. А потом? Что с этой рыбой делать? Ну, если она мелкая, то отпустить. Если большая, то домой взять, пожарить. Я хочу окуня или щуку. Какого размера? Большого. Мы постараемся выпустить, потому что у каждого участника есть баночка с водичкой, куда он эту рыбу может выпустить, да, чтобы она сохранила жизнеспособность. Вот и в конце мы уже посчитаем, сколько мы всего все вместе наловили рыбу, и все так вот массово выпустим, продаем. Но если кто-то пожелает забрать с собой, то мы не ограничиваем. Мероприятие считаем, что знаковое. Попытаемся проводить его ежегодно.